и открою окошко в теплице. Какое окошко? Чтоб проветрилась теплица. А что там? Что надо, иди открывай. Не, а что, для чего? Для того. Что там, заплеснело что-то? Иди. Не, ну вот иди. Я хочу понять, для чего я это должен делать? Для того, чтобы ты сделал окошко. Ну, и чего? Иди открывай его. И все? Да. Иди открывай. Ну, пошел. Вы слышали? Хозяйка ваша меня посылает открыть окошко в теплице. А зачем не говорить? Я так понимаю, жарко, наверное, там в теплице. Там же у нее рассада. Пойдете со мной, помощники? Ну, пошел, открою. Так и быть. Связался с твоей рассадой. Пошлите. Нас послали открыть окошко. Ветер такой. Хорошая хозяйка собаку на улицу не выгонит. А она тут... Так, вы под ногами тут. Или вперед, или назад. Что-нибудь одно. А ты, Лирик. Так, Марсик, не трогай Лирика. Вон еще лоб не зажил. Да пусть идет. Да он пойдет с нами тоже. Он все равно ж прибежит потом. Пойдем, Лерочек. Пошли. Пошли, они себя будут хорошо вести. Куда ты? В общем, они туда рванули. Лирик, ты туда пойдешь? Ну иди. Иди, мы тут в эту дырочку пройдем. Все, Лирик уже там. Во. Ой, радости-то сколько. Возвращаться будем через калитку. А грохоту сколько, а? А сегодня ветер. Небо красивое, спору нету. Тучки. Все просто чудо. Ну, ветерок. А когда ветер, тогда микрофон шумит. Пойду по травке пройдусь. Пойдемте. Пошли. Все, они со мною. Посмотрим, что тут. Ветер, видите, какой он. Шезлонги повалял. Надо было сюда поставить. О, здесь не так он. Ветер их. Все, попил. Сейчас, Марсик, я шезлонги. О, уже лето. Так, а это кто-то бросил тоже. Это должно быть вот здесь. Ветер все. Видите, как проверяют на прочность. Вот здесь у нас оно так. О! Сегодня выходной, Сереги нету. Пошли. Ну, клещей пока нет. Еще ни с кого не собирали. Не знаю. Многие жалуются, у нас и трава высокая. Ну, пока еще. Ну, сейчас придем, проверим, конечно, после этого. Ну, у Марсика он на лбу клещ, видели какой? Лирик его тяпнул. Ой, а здесь-то? А здесь, земляне. Я давно не был уже, гляньте, весь сад. Сад уже зацвел. И травка желтенькая. Идем. Идем, любуемся, смотрим. Черешня, конечно, вся. А это уже отцвела. Абрикоса. Вся команда со мной в сборе. Тюльпановое дерево. Видите, какие у него листики? Вон, дрожат на ветру. А здесь все желтенько. Смотрите, как красиво. Что, пошли, Марсюха? У Марсюна лоб намазанный мазью после драки с Лириком. Вот они вот там возле того озера подрались.
маленькая. Что ты там уже нашла? Брось! Какое-то перышко. Мирка, покажи, что ты у тебя. Мира! Мира, иди сюда. Мира, на! Иди. И быстрее сожрать. Ну-ка дай! Что это? Какие-то перья уже. Оно тебе нужно. Глупая. Все в рот сует. Лерок. Подруга твоя. Марсюха. Ну что, смотри, вот. Вон, видите, вода мутненькая. Ни кузи, ни музи, ни пузи. Никого не видать. А вон, пойдем на отмели посмотрим. Марсик, ну что тут? Вон она, мелкота. Бегает. Все. Обошел честно вокруг озера. Вот шланг, я думал, это Кузя. Нет. Ну, Кузя где-то тут. Поверь мне. Поверьте мне на слово, земляне. Где-то он там на глубине засел. Надо чем-то воду осветлять. Мирка! Ой, глупая, а? Ой, глупая. Да я тебе пойдем корму дам. Брось! Брось ты эти. Сюда, чтобы не достало. Пошли! Там есть вкусняшки. Пошли. Лирик, Марсик. Сейчас. Ой, перечек. Нате, вот вам. Вкусняшечка. Специально же для вас держу. Иди. Ой, сюда же. Там что ты тихо делаешь? Ты чего? Даже высыпать даже. Не успел высыпать, оно уже. Иди, Марсюха. Иди тебе дам. На. Иди кормику. Мирка. За этой Миркой. На, Марсюша. Ох и Мирка. Бандурша. Самая настоящая. Так. Виктория меня просила открыть окно. Вот, видите, тут что. Ой, а тут, я понял. Тут духотища. Знаете, сколько здесь? О, 30, ну это сейчас проценты показывают, 30 градусов. Ну да, здесь прям парилка, парная банька. А у нее тут, видите, что? Вон, чего только нету. Насадила, а это все прет тут, вон, все по дорожке. Тут еще надо пройти и посмотреть. И смотрите, земляне. Какие уже инжирчики, гляньте, вы видите, уже скоро будет инжирчик, о, гляньте, уже будет спеленький скоро. А я же специально прикрываю, чтобы здесь было тепло и чтобы быстрее инжир, ну, созрел. А она, наоборот, меня посылает, вот, чтобы я открыл вот этот клапан. Видите, вот он клапан. Вот сама же лень, вот так раз. И опа, и все открылось. Но она не может, она не то что лень, просто она говорит, у меня силы не хватает. Как со мной драться, так у меня силы хватает. Я шучу, конечно. Хотя всякое бывает. Ну что, открыли клапан? Инжир посмотрели. Так, а здесь на этом дереве инжира меньше. Есть, конечно, но практически мало. Он будет. На, вон есть, есть, есть. Пройду сейчас. Вот он, видите? Вот он. Где он? Вот. Инжир. Инжир. И вот он. И вот еще инжир. Вот он, видите? Тут пройти невозможно. Видите, вот все заросло. Выходи. Вот, вот здесь и этот. И вот одно движение. Щелк. И клапан открылся. Все. Все продумано. Ну что? Ой, а, да. Смотрите, сколько там, вон, видите, всего.
Вот этот самый. Вон капельки воды стоят. Испарина, ну да. Она побоялась, что загниет ее рассада. Все тут дело в рассаде. То книги мои использовала, там подставляла. Теперь вот это. А тут вот что-то мне попадало. Стаканчики. Вон они. Вот так вот. В общем. Ну что, хорошо. Что, пойдем? Все, выполнили мы миссию. Так, теплицу закрыл. Это надо обламывать. Это не нужно. Это тоже не нужно. Это у нас. Это у нас, видите, вот. Клен шаровый. Он должен только вверху расти. Ну что, команда? Двигаем назад. Двигаем, все. Там воздух он пошел на маленькое озеро. Лерочек, что ты там подбираешь? Корм? Давай, бегом. Все, уходим. Уходим мы вот этой дорогой. Марсюха, все, ветер поднялся, сейчас нас дует и унесет, как Эллу, помнишь? Унесло. Ну этот, как его? Элла же, да, там была? Волшебник изумрудного города, домик ее. Помните? Туда. К Эдвину. Страшила еще был. Дровосек. Кто там еще был? Лев. И чугунный дровосек, я уже говорил. Ну, трое же их было, да? Мирка, сколько их было? Трое. Пошли, Марсюха. И этот. Еще песик был. Татошка, вспомнил. О, похожий на Марсика чем-то. Пошли. Пошли. Команду надо всю забрать, чтобы никто не остался. Надвигается ураган. Смотрите, как деревья он класса. Смотрите, вон, вон. Девушки. А вот тоже. Лирик. Вот еще этот лирик. Теперь будет нам тормозить весь процесс. Отходим, все. Домой. Вот у нас грибы, видите? Помните, мы сажали грибы? Отойди. Не ешь. Не ешь, сказал. Вот они уже. Выросли. Мирка, пошли. Идем. Вон кувшинки уже вылазит. Мира, Мира. Вот все-таки отгрызла. Пойдем домой быстрее. Мирка. Кому сказал, вот тебе гриб этот нужен. Я ухожу, все. Пошли. Ты не боишься по мосту ходить. Пойдем. Быстрее. Охраняй. Сейчас прыгнем. Опа. Все, Марсюн обошел вокруг, водички успел попить. Так, зовите Лерка вашего. Вот вечно мы его, этого лирика, потом зовем как. А он еще бывает такой, знаете, хитрый, вперед пробежит и в будке уже сидит. А мы же думаем, что он там остался. Лирик! 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 Калитка закрывается. Ну, в общем, Лирик проходил. Не видела? Ну, там остался. Ну, выпустим потом, да, посидит. Вот вечно он против народа идет. Ну что, открыли мы клапана. Проветрили. Теперь мой инжирчик будет дольше зреть из-за твоей рассады. Кому-то рассада, кому инжир. Ну, приходится идти на компромисс.